друзья, канал Fishing. Решил порадовать вас и себя небольшой посылочкой, друзья. Будет новый у нас плейлист «Горячие новинки», где я буду с удовольствием вам представлять новинки для рыбалки, для любой рыбалки. В общем, по тем направлениям, которые представлены на канале Fishing, а это Carp Fishing, Flat Method Feeder, Feeder, поплавочная ловля и спиннинг, друзья. В общем, с этими новинками в этом направлении я буду с вами делиться. Друзья, прошу прощения, сразу чуть заговариваюсь, с работы только прибежал, забрал посылку на новой почте. Ну, давайте, собственно, распечатаем сейчас. И я вам по ходу расскажу, что это за посылочка. А посылочка от довольно молодого бренда, друзья, но уже набравшего, ну, сумасшедшую популярность. Я лично с этим брендом знаком с 2017 года. В общем, с Сашей Скворцовым мы первый раз, когда вместе рыбачили на Слободе, там Олег, насколько я помню, да, Олег подвез и показал Димон, говорит, смотри, какие попапы офигенные. Настины попапы он назвал. Я думал, что за Настины попапы, в общем. Оказалось, это компания Carp Catchers, руководит компанией, занимается производством Анастасия Афанасьева. Кстати, друзья, я познакомился, благодаря этой посылочке познакомился с Настей. На самом деле, очень приятный, умный человек. И, собственно говоря, достигли мы договоренности в том, что некоторые позиции по флету я буду тестировать, я буду делиться с вами, ну, соответственно, и какие-то свои впечатления отсылать Анастасии Афанасьевой. Ну, приятно, друзья, что производители обращают внимание не только на спортсменов, но и на рыбаков-любителей, коими с вами мы являемся. Ну, давайте я вам покажу новинки. Так, а новинки, друзья, это новая линейка. Ну, для меня, если честно, все новинки. Я так не понял. Я этого не заказывал. Блин, ребята, это вот это приятно. Это футболочка. Это футболочка, это подарок. Это приятно. Подарки люблю. Люблю дарить и люблю получать. Так, а ну-ка смотрим. Блин, а качество-то какое, ё-моё. Супер просто. Надеюсь, он... Ну, короче, друзья, что там это? Я сейчас померю. Сейчас быстренько чик. По-моему, классно село как раз на меня. Спасибо компании Carp Catchers. Очень приятно. Классный цвет. На лето в жару. Бомба. Так, ну ладно, мы сейчас перейдем к новинкам. Наверное, я сейчас вот так вот сниму отсюда, чтобы буду по чуть-чуть доставать. В общем, друзья, вся серия, что там играться, заморачиваться, вся серия попапов 12-миллиметровых, новая серия. Значит, что я вычитал за эту серию? Представлены 6 цветов, по-моему, и 12 попапов. И каждый цвет по запаху противоположен. Ну, грубо говоря, если вот мы берем розовый, и один будет представлен рыбой, например, второй будет там чем-то сладеньким. Или, ну, фруктами какими-то. То есть про два цвета, 6 цветов в серии. Фух, как же объяснить, друзья? В общем, знаете, что я вам скажу, друзья? Я дам ссылочку, там очень классно написано, расписано все по этому поводу. Переходите по ссылке и изучайте. И еще сразу же дам на Анастасии Афанасьевой ссылочку на канал. Тоже переходите, подписывайтесь. Там много, помимо того, что Настя знакомит подписчиков своих и почитателей компании Carp Catchers с новинками, она также, ну, очень много полезной информации выдает вообще по карпфишингу. Я думаю, мы что-то для флетфидера можем стырить, там интересно. Поэтому очень рекомендую, я смотрю с удовольствием. Так, ну я вам сейчас просто покажу и быстренько зачитаю, чтобы вы знали, короче, наименование. Spicy Tuna Mulberry Florentine. Давайте сразу покажу, вот один открою, все не буду открывать. У меня дочка по-любому все откроет, понюхает. Вот. Ну, я сразу увидел, что
Да, извините за маникюр, реально с работы еще прибежал, друзья, не успел привести себя в порядок. Я еще в 17 году обратил внимание на то, что пупапы скатаны очень классно. Один в один пупапчики, плюс структура очень интересная. Такие они, ну, мягковатые, в общем, можно так выразить. То есть не камень. Вот. Ну и плюс, конечно же, катка. Они, кстати, классно режутся. Я вот брал, даже, по-моему, у Саши Скворцова пару пупапчиков, и подрезать классно, они разваливаются, ничего, держат свою форму. Ну, по рыбалке и поподробнее все, друзья, будет на рыбалке. Вот это я буду все тестировать, конечно. И хочется уже побыстрее на рыбалочку, вот что я вам хочу. Итак, Spicy Tuna и Mulberry Florentine, в общем, это у нас такой розовый цвет. Так, надо понюхать, не, я не удержусь, я все-таки понюхаю. Хоть у меня нос чуть заложило. Классный, вот не люблю, когда сильный запах бьет в нос. Классный, приятный запах. Баночки вы сами видите, что смотрятся. Смотрится прикольно. Так, дальше. У нас дальше. Тут разные. Давайте я вам сразу по два цвета буду показывать. Так, тихо стоять. Кто-то спешит ко мне. Мега специи и acid pear. Кислая груша. Насколько я помню. Вот. Так, ну это классика. Все идет, друзья. Кстати, я выяснил, что все прикормки, поп-апы, бойлы, все делается на основе импортных, качественных ингредиентов. То есть компания CarbCatchers закупает у знаменитых производителей ингредиенты, у знаменитых, у проверенных, которыми пользуются во всем мире знаменитые бренды, вот так выражусь. И поэтому за качество, я думаю, CarbCatchers краснеть не будет, а мы проверим, друзья, с вами на рыбалке. Так, следующий цвет. Squid Liver и Berry Compote. Кстати, компот это, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, конечно же, друзья, по-моему, это авторская работа компании CarbCatchers. Ну, вам не передать, вот у меня сразу слюни начали выделяться от этого запаха. Просто запах суперский, просто суперский. Я не передам. Вот, ну, даже ничего нового, но очень приятный запах, вот так, друзья, скажу. Еще хочу что попросить. Я уверен, что из вас, ну, как минимум половина моих подписчиков, участников нашего сообщества, пользуются, ну, как минимум пупапами, потому что пупапы точно произвели фурор, пользовались пупапами. Напишите, пожалуйста, друзья, свой отзыв в комментариях, очень интересно. Возможно, какие-то будут рекомендации. Так, следующий цвет, Hot Plum и Crab Shellfish. Crab Shellfish, ну давайте что-то еще понюхаем. Рыбное. Тут, ну я не знаю, как удается добиваться такого же, даже и рыба вкусно пахнет, обычно это противно. Вот. Так, дальше беленький. Беленький это белочан и молочный шоколад. Вот какая красота, ой, как хочется на рыбалочку, друзья, вам не передать. Мед, ананас, это я понюхаю, ярко-желтый такой вот цвет. Ну, все флуоресцентные цвета, все такие насыщенные. Классно, что опять же сверху подписано. Вот есть бренды, которые вот это игнорируют, а реально в сумке, когда оно стоит, не надо каждый раз вынимать, смотреть, что там сверху видно, это удобно. Это такая мелочь, в принципе, но приятно. И банана крем. Вот такой вот еще. Вот, в принципе, по линейке, по папам все. И еще, ой, вот посмотрите, как магазин CarbCatchers упаковывает каждую баночку, чтобы ничего не пролилось, чтобы все было супер. Вот молодцы, за это еще.
еще одна огромная благодарность. Так, а это уже ликвиды, друзья, пошли. Их можно использовать и как дипы. Их можно использовать как дипы. В общем, не растворяют ПВА. Вот то, что я быстро прочитал, вы сейчас вы по ссылке перейдете, сами прочитаете. А я уже подробно буду на рыбалках это все. Сейчас просто познакомимся. Значит, Beta Steam. Блин, хоть бы он мне не испортился, чуть замерз на новой почте. Beta Steam, вот такая вот красота. Все, пожалуйста. Даже Made in the United Kingdom. Вот так вот. Beta Steam. Дальше, 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 дальше. Red, а это уже нашумевшая, опять же, серия в прошлом году. Red ES вышла, по-моему, в прошлом году, если не ошибаюсь, у Carb Catchers. И, насколько я понял, они решили сделать под эту серию еще и ликвиды. Дозировка до 30 мг на килограмм, то есть 500 мг, друзья, хватит, я не знаю. Ну, мне-то точно на весь сезон не хватит, а вот так, ну, среднестатистическому рыбаку точно хватит. Вот. Это если прикормку заливать или там бойлы или стик микс делать, в общем, 30 мг на килограмм рекомендация. Carb Catchers Red, я думаю, многие знакомы. 100% fish friendly, то есть не вредит рыбе абсолютно. Так, погнали дальше. А это, я так понял, будет, наверное, ЕС. А нет, не ЕС. Это живой CSL. Тоже CSL, все из Англии. В общем, друзья, опять же, постараюсь с временем. Ну, я соскучился, первое видео в этом году, поэтому извините, если чуть затягиваю, я за вами соскучился. Скребы на рыбалку, это все попробовать. Лифт CSL от Carb Catchers. А где ж ЕС? Где ж ЕС? А вот он, ЕС. Я думаю, что меня просили в прошлом году участники сообщества Димон, ты когда на рыбалке замешиваешь прикормку, рассказывай поподробнее, почему выбрал все. Ну я и так, в принципе, у нас бывало видео, что мы там по видео только прикормку замешивали, старался объяснять подробно. Но если нужно еще поподробнее, друзья, буду тоже поподробнее. Вот, собственно говоря, ЕС. Так, ссылочки я даю под видео, друзья, переходите. Если на вас напали нервы, вы можете успокоить их с помощью воздушных шариков от компании Carb Catchers. Вот, переходите по ссылке, переходите на канал компании Carb Catchers, смотрите там полезные видео. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал Афишинг, если вы еще не подписаны. Уже запланировано много интересных познавательных видео. Ну и плюс сезон не за горами. На выставку сгоняем, поснимаем новинки, а дальше стартанем сезон. Фух. До встречи на рыбалках, до встречи на канале Афишинг. Пока.